утро. У нас сегодня первый урок. Это пилатес для начинающих. Сегодня даете часть. Почему именно даете часть? Потому что он будет повторять из первых двух, но мы постараемся пойти дальше, может быть, в каких упражнениях глубже, то есть более усложненные версии. Поэтому, кто нас смотрит первый раз, я очень призываю посмотреть первый и второй урок, на котором я подробно объясняю, с чего нужно начинать пилатес, почему важно обращать внимание на дыхание, на длинные рычаги, на концентрацию, погружение вовнутрь себя, да, в работу своих мышц. Поэтому очень вас призываю посмотреть первый и второй урок. Но если вкратце, мы говорим о том, что пилатес – это система, которая позволяет правильно обеспечить правильную работу мышц, особенно вокруг позвоночника, но также и всего мышечного корсета. Пилатесом показано заниматься людям, ну, во-первых, всем без ограничений, да, и особенно тем, у кого уже какие-то есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, и организм вам всячески сигнализирует в виде боли и ограничения движений. То есть, если уже такие симптомы есть, такие звоночки есть, то добро пожаловать к нам на занятия, к нам или к любому другому инструктору именно в систему пилатес. Мы будем заниматься не только пилатесом, но и системой АФК. Они очень хорошо дружат, дружат правильно, потому что наше советское АФК, оно позволяет, эта система позволяет грамотно, безболезненно, под любой уровень подвести человека к выполнению классического упражнения по пилатесу. Поэтому я их очень дружу, и я надеюсь, вам это нравится. Опять же повторюсь, что с целью для того, чтобы было любому человеку комфортно заниматься именно на наших уроках. О чем еще мы говорили? Мы говорили о том, что важно дышать правильно, и если вы не можете во время выполнения упражнения правильно дышать, а правильно это глубокий вдох и глубокий выдох без испуга, без натуживания, выдох мы провожаем вниз, то есть если не получается такого дыхания, вы останавливаете физическую нагрузку, да, то есть выполнение упражнения, и настраиваете дыхание, то есть вы дышите в ритм с музыкой, музыку я подбираю, или в ритм с инструктором, когда вы занимаетесь на групповом формате. Как только дыхание восстановили, вы начинаете опять подтягивать выполнение физического упражнения, только так и не иначе. Если вы делаете упражнение на задержке, это мало того, что неправильно, это может нам навредить. А я призываю каждый раз на своих занятиях к тому, чтобы вы слушали свое тело и чтобы вы занимались по системе пилатеса ЛФК для здоровья, не для покорения каких-то вершин, не для того, чтобы потешить свое эго, какой я классный, как я все могу, а именно руководствуясь для себя любимого, для своего тела, чтобы ему было хорошо, не больно, и чтобы я мог качественно жить в обычной жизни. Итак, дыхание. Второй момент – концентрация. Мы тоже уже ее затронули. То есть концентрация, вы погружаетесь в себя, это свидание с вашим телом на час или чуть меньше. Вы слушаете, как тело реагирует на нагрузку. Вы слушаете то, что вам говорит тренер, на какие мышцы нужно обратить внимание. Понимаете, что конкретно мы сейчас прорабатываем, какую область, очень важно для конечного результата. То есть, когда вы не просто делаете, вы понимаете, что вы делаете, вы результаты достигнете гораздо быстрее по времени. Рычаги. Рычаги – это наши руки и ноги. Они должны быть не расслаблены. Даже если мы работаем, допустим, на плечо, на верхнюю часть спины, ваш рычаг, руки, они должны быть все выстроены от самого начала до самого конца до пальцев. Что значит выстроены? Это значит, все мышцы в тонусе, вы должны их чувствовать, напрягать. И пальцы тоже не расслабленные, они у вас длинные, и вы вытягиваете руку через пальцы.
пальцы, то есть всегда должно быть вытяжение. То же самое у нас касается и ног, да? В любом упражнении, из положения лежа, сидя или стоя, наш рычаг, он должен быть законченный. То есть обязательно длинная нога, всю собрали, всю напрягаем. И если уже дошли до того уровня, что мы разворачиваем хвостик, значит, диагональная стопа, но что у нас с пальцами? Они точно так же вытягивают нашу ногу. То есть точно так же мы делаем вытяжение. То есть это уже должно быть на автомате. Когда начинаете заниматься, вы постоянно об этом думаете. То есть как бы срезы, да, делаете сами. Что у меня с рукой, что у меня с ногой. Я понимаю, что много очень вам нужно успеть, про дыхание задуматься и тело послушать. Еще тут какие-то рычаги. Но поначалу трудно. Сначала трудно, а потом это доходит до автоматизма. И, понимаете, вы погружаетесь, ну, как бы в транс. То есть транс, ровное дыхание, и под это дыхание ваше тело беспрерывно работает час. Это очень крутое состояние, которое вам вот как раз позволяет погрузиться вовнутрь себя, почувствовать и понять, где у вас проблемы, и как с этой проблемой потом впоследствии работать. Да и вообще просто, да, чтобы голова и мозг отдохнул от насущных проблем. Итак, рычаги, итак, дыхание, итак, концентрация, и теперь центр. Центрирование, центрация. Центр у нас, да, это пупок. Вы втягиваете живот в себя, но не просто втянули. Вы застегиваете нижний пресс, как на молнию. Застегнули, пуговицу застегнули и втянули пупок себя до позвоночника. Втянули пупок себя до позвоночника и копчик вниз к пяткам. Вот это наше движение, которое позволяет нам разгрузить поясницу вот от этого прогиба, разгрузить, и сразу тазовое дно начинает включаться в работу, все мышцы пресса, все, что нам нужно. Итак, разболталась, начинаем уже, то есть мы быстренько все вспомнили, и надеюсь, тех, кто у нас первый раз на занятии, я заинтересовала, чтобы более глубоко об этом послушать на первых двух уроках. Итак, давайте начнем. Стопы точно под тазом, стопы параллельно друг другу, стопы корни, как у дерева, да, поэтому мы плотно прижимаем всю плоскость стопы к полу, к дорожке, к коврику. Мы делаем вдох, подтягиваем коленные чашечки наверх, напрягаем мышцы переднего бедра, напрягаем мышцы ягодиц, застегнули нижний пресс на молнию и за пупок втягиваем живот к позвоночнику. Втянули, мы делаем вдох и копчик направляем вниз на пятки. Вы должны чувствовать напряжение от самых стоп до грудной клетки. Мы делаем вдох, за макушку вытянули себя вверх в потолок, шея длинная, подбородок на груди. Плечи и лопатки вниз и увели назад. Включаем верхние рычаги, руки длинные за пальцы, вытягиваем себя вниз к пяткам. Дыхание ровное, выдох, еще вдох и выдох. Только плечи, круг, вдох. Лопатки свели к позвоночнику и вниз, выдох. Классическая разминка, с которой мы начинаем работу на своих уроках. Копчик у нас все так же на пятках, мышцы пресса мы не расслабляем. Еще два, вдох, выдох и последний раз. Руки вытянули вверх в потолок, вдох, и грудной отдел надули, выдох. Вдох, вы также стоите, я вам показываю, у вас таз на пятках, и вы работаете только грудным, надули лопатки широко, максимально от позвоночника. Еще два. Выдох, последний раз, вдох. По
Смотрите внимательно, я к вам спиной вот так же вдох и потянули лопатку к тазу. Не руку, не локоть, а именно лопатку. Выдох. Вдох. Другая. Выдох. Еще. Вдох. Выдох. Два осталось. Вдох. Работа мелкая. То есть движений вы видите мало, но на самом деле работа колоссальная. Будьте внимательны. Мы делаем вдох и снова надули грудной. И вот сейчас обнимаемся, ладони в потолок, вдох и снова грудной. Обнимались и остались. За правым плечом выдох, таз на месте. Мы живот тянули, обязательно не на расслабленный пресс. Вдох. Выдох. Еще вдох. Хорошо. Будьте внимательны. Вдох. И диагональ выдох. Обе руки активны. Таз на месте. И мы за руки вытягиваем бок из таза. Угу. Последний самый. Хорошо. Мы делаем вдох. И руки в потолок. Выдох. Будьте внимательны. Вдох. И первый наклон. Колени можно подсогнуть. Внизу расслабились. Выдох. И поднимаемся круглой спиной. Спина как бусы. Выдох. Выросли. Поживее. Вдох. Выдох. Копчик на пятках. Вдох. Выдох. Еще раз. Вдох. Выдох. Последний. Молодцы. Руки вниз. Можно остаться на коврике. Можно уйти на более стабильную поверхность. Живот втянули. Нашли левое колено. Вдох до уровня пупка. Выдох. Пробуем вытянуть. Вдох. Если тяжело работать таким образом, вдох поднять и вниз на пол, но нога не расслабляется. Выдох до уровня пупка, поднять, чтобы нижний пресс уже начал работать. Еще вдох. Давайте другую ногу. Вдох и выдох. Не забываем про спину, лопатки близко к позвоночнику, живот втянут, вдох, выдох, еще один вдох. Хорошо, меняем ногу, вдох, подняли, руки широко, будьте внимательны, вдох и колено в пол, выдох, вдох и колено в пол, выдох. Вдох и колено в пол, выдох. Еще вдох. Выдох и последний раз. Молодцы, руки опустили. Круг расслабить воротник. Еще один вдох. Мысленно готовим другую ногу. Руки перед собой, вдох. Лопатки свели, выдох, работаем круг, вдох, отвели, колено в пол, выдох, вдох, живот втянули, выдох, еще. Если не получается пока большой круг, чертим маленький. Упражнение на самом деле сложное, потому что работают мышцы-стабилизаторы. Мы их не очень любим, особенно в групповых занятиях, морщимся, вдох. Но они очень-очень полезны в обычной жизни. Супер. Отдыхаем. Все опустили. Стопы под тазом. Руки вверх, потолок. Вдох. Плечи и лопатки вниз. Roll down. Копчик на пятки. Вдох. Выдох. Еще. Вдох. Давайте еще раз и мысленно будем готовиться к наклону с ровной спиной, включать нашу ягодичную мышцу. Хорошо. Руки в пол.
пол, плечи, лопатки собрали, таз назад, колени точно вперед. И малую ягодичную включаем выдох. Я к вам боком, чтобы вы видели, что спина абсолютно ровная, и мы копчиком тянемся назад на стул, который не видим. Вдох. Выдох, еще. Вдох. Выдох, будьте внимательны, вдох. Открыли, выдох, лопатки свели. Вдох. Открыли, выдох. Колени в стороны не разводим. Выдох, лопатки свели, вдох. Руки вытянули и вдох. И полукруглая рука к тазу. Вдох, меняем. Выдох, еще два. Выдох. Слушаем спину, находим широчайшую. Вы должны чувствовать весь бок. Выдох, последний раз, рука параллельно с полом. Последний. Вдох, руки убираем в пол, спина ровная, медленно поднимаемся, вдох. И готовы, только наклон ягодица в тонусе. Ягодицу в тонус поднять, выдох. Вдох, спину нашли, лопатки свели. Еще. Вдох. Выдох. Последний раз. Ладони выше колен, киска добрая. И на выдох копчик на пятки злая. Вдох, вспоминаем. У нас кошка злится дольше, чем радуется. То есть мы быстренько порадовались и долго-долго злимся. Вдох и копчик на пятки. Еще два раза. Последний. И остались слой кошки, голову опустили, копчик долго на пятки. Открылись круглой спиной, вдох и выдох. Молодцы, руки в потолок, вдох и сбросили. Еще раз шумный вдох и сбросили. Молодцы. Мы разогрелись, настраиваемся на работу лицом к дорожке. Стопы дать точно так же под тазом. Готовы руки в потолок. Вдох, у нас будет дорожка. 4 шага. Это внимательно. Обязательно 4, не 5. Выдох. Шагаем 4. Вдох. И выдох. Таз вниз и назад. Круглой спиной вдох и выдох, еще вдох. Вдох. Еще один такой. Шагая. Вдох. И выдох. Остались. Колени в пол, низкая планка. Вручили уже плечи и лопатки максимально назад. Открываемся ко мне лицом. Вдох. Открылись. Закрыли, выдох. В другую. Пробуем уйти в планку. Мы делаем вдох и пятки до упора назад. Выдох, копчик на колени. Вдох, опустились, выдох. Дальше. Лопатки собрали к позвоночнику и пятки до упора. Вдох и выдох. Последний. Вдох и выдох. И вниз. Вдох. И
откат, круглая спина, вдох, протянулись и сразу вернулись в жесткую планку. Вдох, выдох, еще два раза вдох, выдох, последний, вдох. Будьте внимательны ко мне лицом, вдох. Выдох, последний. Закрыли. Планка. Вдох, пятки до упора назад, выдох. Опустили вниз, вдох и выдох. Еще раз. Вдох. И пятки до упора. И вниз, вдох. И выдох. Последний сами. Колени в пол. И снова откат. Расслабляем плечи. Отдыхают запястья. Вдох. Ровная. Выдох. Таз вниз. Живот втянуть. Выдох. Еще два. Последний. Молодцы. Отстраиваем планку. Плечи, лопатки. Убрали вниз на таз, живот втянули, копчик на коленях. Другая рука, вдох и грудь в пол, выдох. Вдох и грудь в пол, выдох. У нас таз тоже идет за грудью, да? Не делайте ошибки, не скручивайте в пояснице. Вдох. Выдох. Последний. Хорошо. Мы делаем вдох. Закрыли. И откат. Вдох. Выдох. Еще два раза. Последний. Отлично. Аккуратно ложимся лицом в полотенце. Руки вытянули, лоб у нас на полотенце, чтобы шея не работала. Находим правую ногу, таз плотно поезжает к полу. Вспоминаем про рычаги, нога длинная. Вдох, вниз, выдох, левая, вдох, выдох, также, вдох. Выдох, еще, вдох, выдох, таких еще четыре, вдох, выдох, вдох, выдох, последний раз, вдох. Будьте внимательны, правую нашли вверх и в сторону широко выдох, вернули вдох. Выдох, левая такая, вдох и выдох, вернули, вдох и выдох, также вдох и выдох, вернули, последний раз, вдох, выдох, вернули. Пробуем обе ноги от пола вверх, вдох и вниз, выдох. Также вдох, колени жесткие, носочки длинные. Еще вдох, выдох, последний. Будьте внимательны, вверх, вдох и через стороны вниз, выдох широко. Вдох, как радугу, собрать вниз еще, вдох, выдох, также, вдох, выдох, два раза, вдох, выдох, последний, молодцы.
Три. Мы делаем вдох, правая рука, левая нога, диагональ вверх, вдох и вниз, выдох. Также только одна диагональ. Вдох, выдох, еще два, выдох, последний. Меняем диагональ и вверх, и вниз, выдох. Вспоминаем, мы не заваливаемся на бок, у нас грудь точно в пол, параллельно к полу. Последний. Мы будем работать диагоналями по очереди. Вверх и вниз, выдох, меняем, вдох. И вниз, выдох, также вдох, выдох, еще вдох, выдох, осталось два, последний раз, хорошо, аккуратно ладони под плечи, опора на колени, пальцы ног. Мы поднимаемся через отжимание дугой. Делаем вдох, ровная спина, круглую спину надули, потянулись и готов стол. Мы продолжаем тему ног и диагоналей. Вспоминаем, как работаем в столе. Плечи и лопатки убрали к тазу, лопатки свели к позвоночнику. Живот втянули и убрали вот этот прогиб. Ровная спина. То есть у вас пресс должен быть напряжен, да? Колени точно под тазом. Угу. Мы делаем вдох, находим правую ногу и аккуратно вытянули вдох и вернули выдох. Также вытянули вдох за носок. Не разворачиваемся, таз параллелен полу. И вернули выдох. Сами мы делаем вдох и вернули выдох. Какая-то сегодня беда у нас. Вдох, выдох, еще вдох, выдох, сами вдох, выдох, последний. Будьте внимательны, посмотрите, что будем делать. Вдох и ровная спина, колено тянем к груди. Вдох, то есть ровная спина, а колено тянем. Мышцы пресса в тонусе, это важно. Тянем даже тогда, когда уже колено как бы не тянется, да, не двигается никуда. Но вы должны закладывать энергию движения. Хорошо. Оставили эту ногу, вытянули и находим диагональную руку. Рука длинная, рычаги помним. Аккуратно вверх до параллели с полом, выдох вниз. Вдох. Выдох. Еще. Вдох. Выдох. Также. Последний раз, вдох, будьте внимательны, будем менять, вдох, и локоть, и колено, выдох, ровная спина, вдох, опустили, выдох, также, вдох, выдох, и вдох, выдох, еще, вдох. Выдох и вдох. Последний раз. Угу. Будьте внимательны. Опустили. Убрали колено, живот втянули. Расслабили запястье, если оно у вас затеклось не по привычке. Чтобы запястья не затекали, не уводите весь вес тела на руки.
Вы должны его распределить по четырем точкам. Это важно. Тогда запястья не будут уставать. Так и, конечно, они будут уставать, пока не окрепнут. Находим другое колено. Плечи и лопатки убрали также на таз, живот втянули, работаем. Вдох и вниз, выдох. Вспоминаем. Вытянули, выдох также. Вдох, выдох, еще вдох. Еще два. Последний. Будьте внимательны. Вдох и ровная спина, колено тянем к груди. Вдох. Если тяжело долго тянуть, да, помогите дыханием. Вдох и через зубы цедим и концентрируемся. Вдох. Последний. Молодцы. Вытянули ногу как струну и нашли диагональную руку. Рука тоже как струна, длинная. Живот втянули. Вдох. И вниз выдох. Вот смотрите, распространенная ошибка, что вы не втягиваете пупок к позвоночнику, и пресс у вас расслаблен. Вас тут же начинает болтать в разные стороны, да? Начните с того, что соберите центр. Собрали и одновременно рука и нога. Если у вас рука и нога как куда и как волна, да, ничего не получится поднять их. Вдох. Локоть и колено, ровная спина, выдох. Вдох. Выдох через рот, цедим зубы, через зубки. Прекрасно сказала. Вдох. Выдох. Последний. Опустили. Отлично. Меняем диагональ. Будем работать недолго, так как диагональ уже знаем. Вытянули ногу. Принципиальная разница. Сейчас нужно только посмотреть, а потом только делать со мной. Вытянули. Вдох. И копчик подвернули к колену, выдох. То есть мы не локоть с коленом соединяем, а тянем уже лоб к колену. Выдох, вдох. И обязательно копчик подвернули. Последний раз. Вытянули, вдох. И снова стол. Находим другую диагональ и сразу делаем красивую спину. Вдох. И лбом к колену, выдох, живот втянули. Вдох. Выдох. Последних два. Выдох. Еще раз. Молодцы. Мы делаем вдох. И отлично опустили. У нас кошка кобра злая из положения стола. Готовы. Вдох. И на выдох копчик на колени. Еще вдох. Выдох. Последний раз. И остались кошки злой. Долго сидим. Отлично, вдох, на выдохе расслабились и ко мне лицом, широко ноги. Да. Ноги широко, живот втянули. Пресс у нас сегодня недолго. Руки убрали назад, грудь вверх, потолок, плечи, лопатки. Убрали назад, лопатки свели к позвоночнику. Мы делаем вдох и по полу собрали пятки, выдох. Широко вдох, собрали. Еще. Обязательно ровная спина, мышцы пресса уже в тонусе.
еще вдох. Будьте внимательны, если все просто. Вдох и пятки над полом, выдох. По полу вдох, над полом выдох. Также вдох. Еще вдох по полу. Над полом выдох. И последний. Будьте внимательны. Мы будем и широко ноги разводить над полом и собирать над полом. Вдох, выдох. Собираем. Вдох, выдох. Также вдох, выдох. Еще вдох, выдох. Дважды вдох, выдох. Вернули. Вдох, выдох. Остались. Вы остались так же, я к вам боком, чтобы вы видели. Руки перед собой, плечи, лопатки свели, зафиксировали спину, растянули. Вдох. И правую ногу пробуем оторвать от пола. Выдох. Вдох. Левая. Прошу обратить внимание, спина у нас неподвижна, как цемент. То есть не происходит никакого движения в пояснице. Вот этого, да? И также не происходит никаких качелек. Это важно. Лучше пусть нога не отрывается напрочь вообще, но работа на мышечном уровне идет. Очень хорошо работает подвздошно-поясничная, которая нам очень нужна. Вдох и на выдох. Еще вдох. Выдох. Последний раз. Молодцы. Мы делаем вдох. Ноги снова широко. Ладони в пол, плечи, лопатки вниз, лопатки свели, пила, вдох, рукой, пальцами к пальцам ноги, округлой спиной мы вытянулись в обратном положении, мы растянули спину, да, и выдох, вернулись, вдох в другую сторону, то же самое, пальцы к пальцам, и круглая спина боком назад. Вы должны прям весь бок ощущать в растяжении. Готовы вместе. Вдох и выдох. Еще вдох и выдох. Также вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Два раза. Вдох. Последний. Угу. Молодцы, мы делаем вдох. Ноги собираем. Можно хвостиком, если уже получается сшивать моноласту. Я к вам боком, вы также. Руки вверх в потолок. У нас заключительное упражнение. Нырок. Готовы круглой спиной, живот втянули, носом прочертили от таза до лодыжек. И руками вытянулись, выдох, вдох, выдох, еще вдох, выдох, также. Еще два раза. Последний раз. Упражнение классное. У вас сейчас круглый наклон, отдыхаем, потом сделаем еще два раза. Упражнение классное почему? Потому что когда у вас идет подъем, работает вся спина, очень круто работает, весь выпрямитель спины, который нам очень важен. Когда вы делаете изгиб и круглый, то есть вы сначала растянули спину, а потом мы ее всю собрали мышечно. Также, когда вы мысленно, да, даже не мысленно, а вот над ногами чертите носом визуальную линию от таза к лодыжкам, подрастягиваются, не глубоко, а подрастягивается задняя поверхность ноги. Очень мягко. Мы в пилатесе глубоко не уходим в растяжку. Открываемся, чуть-чуть отдохнули, но не расслабились, работаем снова, вдох,
уже чистенько поднимаемся, выдох, вдох, выдох, давайте сами, два, вдох, и выдох, последний раз, молодцы, круглый наклон, дышим. Наклон, дышим. Если есть желание углубиться в стретчинг, можно из круглого наклона, когда мы просто расслабляем спину, да, локтями на выдохе потянуться в пол, а подбородком потянуться к лодыжкам, к пальцам ног. То есть сделать движение грудным отделом из круглого в ровный, то есть как бы как будто мы хотим грудь уложить на лодыжки, да, потянуться именно грудью. Но не обязательно, можно в круглом наклоне просто расслабиться. Мы делаем вдох и открылись, выдох. Вы также были ко мне лицом, я к вам возвращаюсь. Садимся удобно. Опять наша спина. Мы делаем вдох. И выдох, плечи и лопатки тянем вниз. Потянулись снова в потолок. Вдох. И опускаем правую руку. Выдох. Мы делаем вдох и левой рукой в диагональ. И круглый бок назад. То есть вы за руку вытягиваете вперед, а эту же сторону спины круглым образом тянете назад. Можно усилить ощущение и потянуть еще за запястье. Ощущение уходит в поясницу, ближе к кольцу, это нормально. Выросли, меняем. И сразу в диагональ уводим руку, только не в пол, не заземляйте. Рука, выпускайте энергию в диагональ в небо, да, не в пол. Кто готов усилить за запястье? Умнички, растем вдох. Выдох, руки перед собой и обнимаемся широко, вдох, руки в пол, замок вниз тянем. Вы остаетесь так же, вытянули ноги перед собой, потом складываем в коленях, обняли себя под коленями. И вот сейчас копчик на пятке, вспоминаем. Сначала расслабляем поясничное тело, округляем, а потом уже провисли и круглая спина. Выше. Все, выросли большие, готовы вдох. Мышки тихо, выдох. И давайте еще один вдох шумный. И сбросили. И так вот же. Шумный вдох и сбросили. Девочки, мальчики, всем молодцы. Всем спасибо за урок. Хорошего.